Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Наталія Мосійчук. Я закликаю ставити вподобайки і підписуватися на мій канал, тому що ви так будете знати, коли виходить наступне відео. Я дбаю про те, щоб таких відео з'являлося якомога більше. Ну, ми з моєю командою плануємо, щоб тричі на тиждень ми вам давали спікерів, які змушують подумати і дають багато інформації і для роздумів, і для вашого практичного споживання, тому що тут на цьому каналі ви зустрічаєтеся із воєнними експертами, які вас навіть і говорять про те, як діяти, особливо в тих регіонах, де ще триває окупація. Тобто, я вважаю, що ви отримуєте багато корисної інформації, тому ну, є смисл все-таки підписатися і поставити дзвіночок. Тоді ви будете точно знати, який наступний експерт до вас прийде ввечері. Намагаємося викладати відео о 18-й годині. Ну, так я вже формую вас звичку. Сьогодні з нами буде Володимир Осєчкін, російський правозахисник. І у нас дуже багато тем для обговорення. Володимир, здравствуйте. Здравствуйте вам и здравствуйте уважаемым подписчикам и зрителям. Да, мы впервые знакомимся с Владимиром, тому я от хочу сказати, що Володимир – засновник такого ресурсу, як «Гулаг.нет». І якщо вам цікаво, ви можете зайти і в телеграм-каналі є цей ресурс, і в інтернеті можете подивитися, що це. Володимир відстежує, власне, всі негоції людей, які так чи інакше ну, потрапили або стикнулися з законом в його в такому найгіршому виконанні, або потрапили в кліщі такої садомазо держави і мають від того проблеми. Ну і загалом ще така тема Володимира, це звичайно те, що нас цікавить, це доля людей, які потрапили в фільтраційні табори. Ну і Володимир дуже багато знає. Я надіюсь, Володимир, що ми теж об этом поговорим, да, і о господине Путіні, і о його окруженні, і о ментальному здоров'ї окруження. Я розумію, що це немножко суб'єктивні такі мислі, но нам очень важно знати, що думають росіяни, активна частина вашої країни по поводу того, що відбувається у вас там зверху. Тоже необходимо. Ну, давайте, наверное, начнем вот с последней новости. Спасибо, что вы мне ее как раз и подсказали по поводу того, что россияне создают такой вот трибунал. Вы очень хорошее дали такое название, эпитет этому трибуналу, трибунал Зазеркалья. Для, я так понимаю, военнопленных Украины. Давайте поговорим, что это за трибунал, какая необходимость его создания, потому что вот буквально вчера состоялся обмен пленных, военнопленных, да, и вернули домой и азовцев, и первый транш, если можно так говорить, конечно же, о людях, и азовцев, и пехотинцев, и нацгвардию. Ну, я так понимаю, что речь шла в основном о сильно раненых людях, потому что им нужна специфическая медицинская помощь. И тут сегодня вот эта вот весть о создании России трибунала. Что это за трибунал, Владимир, такой? Для чего он? Ну, конечно, в первую очередь хочется сказать, что мы не являемся какими-то официальными рупорами российской власти. Наоборот, мы диссиденты, оппозиционеры, независимые правозащитники. Лично я живу уже под политическим убежищем международной защиты с 2015 года во Франции. Поэтому могу сообщать информацию только на основе того, что нам присылают источники и осведомители. Так получилось, что за последние более чем 6 лет, после моего отъезда из России, я думал, что проект «Гулагу.нет» сойдет на нет, и все закончится с моим отъездом из России. Но так получилось, что когда я оказался здесь, во Франции, очень много людей, кто находится внутри системы в России, они увидели во мне некое такое окно возможностей, рупор, через который можно рассказывать правду и знать, что мы гарантируем анонимность, конфиденциальность, и что мы не будем помогать спецслужбам российским, в том числе ФСБ, в поимке тех, кто изнутри системы пытается каким-то образом остановить вот этот вот диктаторский режим и абсолютно такую бесчеловечную эту махину, которая перемалывает уже более 20 лет российский народ.
Поэтому то, что я буду говорить сейчас, то, что я расскажу, основывается на данных источников, причем, как правило, это уже проверенные источники. Мы стараемся всегда выверять и верифицировать информацию. Вот. И действительно, вот около 1,5-2 месяцев назад от двух наших источников пришла информация, что в недрах Генеральной прокуратуры России и Следственного комитета России под контролем, конечно, ФСБ, администрации президента по команде Путина готовят проект по запуску псевдо-трибунала, такого, знаете, псевдо-международного, с вовлечением в это представителей нескольких зависимых от Кремля стран, которые будут имитировать некую аналогию там, или антипод Международному уголовному суду в Гааге. Сделано это в первую очередь потому, что, конечно, и Путин, и его ближайшее окружение, они трезво оценивают риски, они понимают, что они уже де-факто военные преступники. Преступниками они, конечно, стали намного раньше, чем напали на Украину, но, тем не менее, уже официально мировое сообщество прозрело, к сожалению, лишь 24 февраля. Так вот, и опасаясь будущего трибунала против Путина и руководителей российских спецслужб, они решили в пику, по крайней мере для внутренней аудитории, для того, чтобы россиян, подверженных госроспропаганде через вот эти зомбоящики, показывать некую картинку в стиле шоу там, «Дом-2» или там «За стеклом», которые транслировались по популярным в России каналам, с тем, чтобы вот на протяжении какого-то периода, например, около года, показывать находящихся в аквариумах и в клетках военнопленных украинцев, пытаясь их максимально мистифицировать, демонизировать, показывать какие-то там татуировки, накладывать кадры их признательных показаний, которые будут выбиты в пресс-хатах российских СИЗО с теми случаями, когда действительно что-то страшное совершалось на территории Украины. И здесь в данном случае мы видим две такие гигантские проблемы. Первая проблема – это то, что, ну, конечно, этот псевдотрибунал, он не будет иметь никакого отношения к международному праву, к справедливости, к закону. Это будет абсолютно такое политическое шоу, направленное на попытку оправдания войны и тех страшных преступлений, которые были совершены российскими силовиками в Украине. Вот. И вторая задача внутриполитическая – это оправдать в глазах россиян войну, оправдать жертвы, которые, конечно же, несут и Украина, и Россия, и повторить вот некое ощущение победы, которое было у всего советского народа после окончания Второй мировой войны. Вот здесь они попытаются воскресить некий дух вот этого празднества, праздника победы. Конечно, если говорить про мое отношение к этому и про отношение моих коллег, конечно, это чудовищно. Потому что тем, что они совершили 24 февраля и продолжают творить до сих пор, и в том числе вот этот фейковый трибунал, конечно же, они этим напрочь дискредитировали и перечеркнули все хорошее, что было связано там с Россией за последние там 100 лет. Владимир, у меня закрадывается подозрение, с вашего разрешения я им с вами поделюсь. Трибуналы обычно устраивают в конце войны. Воин. Не думаете ли вы, что это такая подготовка к концу войны, когда, ну, скажем так, мягко говоря, не удались все планы, да, спецоперации по взятию всей страны Украины, и вот, возможно, им удастся там сейчас откусить какой-то очередной кусок Донбасса, который обязательно, конечно же, будет возвращаться потом. Но вот сейчас, на этом этапе, им нужно вот этот вот показать этот трибунал как, ну вот, один из этапов войны. Вот, дескать, они осуждают и судят военных преступников и таким образом говорят, что вот, ну, показывают хотя бы, да, зомбоящику какие-то результаты. Мне, конечно, хотелось бы быть оптимистом и понимать, что они готовятся к окончанию вот этой страшной войны, но на самом деле я продолжу оставаться все тем же реалистом, и, как я говорил еще в прошлом году, к сожалению, меня очень многие просто не слышали, не слушали, да и, возможно, наверное, не было широкой аудитории, когда мы показали в прошлом году секретные видеоархивы в СИН ФСБ,
показали действительно нутро путинского кровавого режима со страшными пытками, с массовыми изнасилованиями под видеорегистрацию, с избиениями. И все это совершалось сотрудниками спецслужб и их негласными секретными агентами. Я тогда уже говорил журналистам и французским, и английским, и американским о том, что мы имеем дело с самым настоящим фашизмом. Это фашистский режим, который опасен для всего мира. Мы били тогда во все колокола. Я отправлял сотни гигабайт видеодоказательств и документов в Европейский комитет по предотвращению пыток. Мировым политикам, к сожалению, было бездействие, не было в тот момент организовано международного расследования и действительно международного трибунала по преступлениям против человечества и человечности, которые совершались путинскими силовиками внутри России. Абсолютно, там абсолютно бесчеловечный режим, который под угрозой не просто тюрьмы, а под угрозой применения пыток и убийств подавляет волю миллионов людей и в том числе вынуждает многих из них под страхом смерти участвовать в выполнении в том числе незаконных приказов, связанных с военными действиями на территории Украины. Так вот, я вижу, что наши публикации плюс международный скандал, связанный с разоблачением секретных методов работы ФСБ и ФСИН, плюс вот та подлость, которая началась с начала войны, все это привело к росту негативного отношения в России к Путину и к его вертикали, к недоверию. Растут в геометрической прогрессии антивоенные настроения. Не проходит ни одного дня без ареста и задержания людей, которые выступают против войны. То есть репрессивная машина там работает на полную мощность, чтобы запугать россиян. И в том числе администрация президента Путина и сам диктатор, они прекрасно понимают, что если это будет продолжаться в той же самой динамике, то его через несколько месяцев могут снести. И вот здесь как раз для стабилизации внутренней обстановки, для убеждения тех, кто сейчас считает, что войну нужно срочно прекратить, и в этом нет никакой правды, вот сейчас идет внутри России битва за умы, чтобы убедить россиян, прокачать их с помощью максимально возможных методов самых хитрых пропаганды в том, что все-таки война-то была нужна, что там на самом деле бандеровцы, нацисты, фашисты, неонацисты, все, что они, в общем, всю эту чушь, которую они там несут, чтобы это показать. И самое страшное, что сейчас происходит, и я об этом говорю уже последние два месяца, что, к сожалению, часть военнопленных, они изначально отфильтрованы спецслужбами, и их уже увезли ближе к Москве, с ними очень идет плотная внутрикамерная разработка, к ним применяются жестокие и бесчеловечные методы, из них выбивают показания для того, чтобы вот эту часть оставить для некого вот этого псевдотрибунала, чтобы какая-то часть из них раскаивались, какие-то были свидетелями, якобы свидетелями обвинения, чтобы они там подтверждали, что в Украине была не демократия, а был какой-то там прозападный, проамериканский режим, что решения принимались не в Киеве, а на самом деле где-то там в недрах там ЦРУ либо МИ-6, выстроить какие-то вот подобные, я даже не знаю, как это сказать, но, в общем, нарисовать такой политический триллер, в который погрузить миллионы россиян для того, чтобы переубедить сомневающихся, либо тех, кто против войны, в том, что все-таки это нужно продолжать, и нужно продолжать до так называемого победного конца. А победным концом они для себя видят, конечно, реконструкцию Советского Союза в тех территориях с подавлением и Украины, и Молдовы, и Литвы, Эстонии, Латвии. То есть, в общем, всех тех стран, которые встали на путь демократических прозападных преобразований и которые своим примером, ну, по сути дела, разрушают ту систему, которая сформирована за последние более чем 20 лет вот этими чекистами и, по сути дела, такой партийной номенклатурой, которая выжила после распада Советского Союза, и сейчас происходит реакция и воссоздание того самого тоталитарного государства. Поэтому здесь... Извините, я здесь с вами не то что не соглашусь, я бы хотел бы с вами согласиться в душе, честно скажу, что я бы даже вот, я на все готов, лишь бы только вот это все прекратилось, эти кошмары, что перестали гибнуть люди, дети, женщины, старики, но
Я думаю, что это скорее наоборот. С учетом этого режима, они понимают, что им не выжить. Они не могут остановиться, потому что нет никакой, конечно же, победы. Есть огромное количество жертв с двух сторон убитых. И есть, конечно, катастрофа экономическая. То есть они не могут вернуться в модель экономики до 24 февраля. И вот нынешняя путинская администрация не сможет ничего сделать, ничего ровным счетом, чтобы вернуться на те позиции. Они уже под суперсанкциями, и дальше, конечно же, мир будет душить этот тоталитарный режим до конца. Здесь не будет никаких пауз и перемирий. И они, в свою очередь, прекрасно это понимают, и так как они боятся сами сесть на скамью подсудимых, сами боятся попасть под трибунал, у того же Путина, у него клаустрофобия, он боится замкнутых пространств, вот. То есть здесь, конечно, вот его панические страхи и страхи его хунты, они будут их толкать на продолжение этого. То есть здесь хочешь мира, готовься к войне. Здесь в этом смысле нужно понимать, что они могут идти до конца. Они не жалеют ни украинцев, ни россиян. Они к россиянам относятся как к холопам, как к людям второго сорта. Никто же из их элиты не идет на передовую. Они отправляют туда самых простых бедных людей, которые к их вертикали не имеют никакого отношения. А их им не жалко, у них их более 100 миллионов. Да, это понятно. И вот когда у нас здесь говорят, что истощается ресурс в России, да, людей, вот я одна из немногих, которые говорят о том, что вот как раз человеческий ресурс не истощится в России никогда, потому что берут парней из глубинки, да, не Москва и не Петербург, потому что там начинаются волнения, да, там всегда повстают, говоря по-украински. Вот, и поэтому, как бы, платя такие деньги, а деньги немалые, кстати, Владимир сейчас уже начинают платить. Причем они как-то платят наперед, вот я читала недавно сообщение, какую-то баснословную сумму, потом ребята туда, значит, идут и погибают, ну а потом уже, знаете, там можно выплачивать, можно не выплачивать то, что уже обещано. Я хочу, вот вы как раз говорили о том, что это надолго, и трибунал это совсем не окончание войны, а даже наоборот. И я подумала, что Денис Прокопенко был переведен в Лефортово, это командир Азова, Редис, под на псевдо. И когда мы начали говорить о том, что там издеваются, измываются и будут делать картинку, да, под видео, я подумала, а как же Красный Крест? Ведь эти люди, знаете, просто мы давали такое негласное обещание нашим властям, что мы не будем говорить, в общем-то, о теме Азова до тех пор, пока последний азовец и последний наш военнопленный не будет переведен из России сюда, в Украину. Не только азовец, потому что там же были разные военнослужащие, в том числе и пограничники, и нацгвардия была. И поэтому я вот, знаете, боюсь перейти, что называется, эту грань, эту черту. Но все, что вы сказали, очень неприятно, с учетом того, что командиры как раз в Лефортово, как говорят. Скажите, а вот если смотреть на такой человеческий фактор, вот создание этого трибунала, я немножко еще посидим на этой теме, потому что вот интересно, чьими руками это делается? Вот господин Бастрыкин, да, глава, у него должность глава следственного, назовите мне, комитета ФСБ, по-моему, да? Председатель Следственного комитета России, это отдельная служба от ФСБ, и когда-то планировалось, что это должно стать таким неким вариантом русской ФБР. Вот. Да, и да. Действительно, у Бастрыкина... Вот это же его ведомство, правильно? Да, его ведомство, и там непростая история, почему этот человек, в общем-то, пошел на создание этого трибунала. Да, до последнего все-таки Бастрыкин, у него юридическое образование, и у него есть некие определенные личные связи с Западом. Он дружит с одной из самых известных французских певиц. И, в общем, это такой достаточно проевропейский человек, выросший, получивший образование в Санкт-Петербурге. И он до последнего пытался избежать соучастия вот в этом трибунале, настаивал на том, что все-таки это должно происходить на территории ЛДНР и силами ЛДНР, что нельзя в это вписывать Следственный комитет России, потому что тогда он потеряет свою репутацию. На запросы Следственного комитета России ни одна цивилизованная страна тогда отвечать не будет по выдаче по экстрадиции
прекратится сотрудничество Следственного комитета России с целым рядом спецслужб и правоохранительных органов в Европе и в Америке. Но, во-первых, около несколько лет назад управление МФСБ арестовало целый ряд самых близких подчиненных, ближайших сторонников, соратников Александра Бастрыкина. Их взяли в Лефортово, вот, достаточно серьезно помучили, заставили их оговорить самих себя друг друга. Вот. И дальше тогда именно Следственный комитет потерял, ну, скажем так, свою полную независимость, а сохраняя некую частичную независимость. Но вот то, что произошло последние несколько дней подряд, просто все про-ФСБшные телеграм-каналы с утра до вечера по 5 материалов в день запускали посты о том, что сотрудники управления МФСБ задержали целый ряд сотрудников УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. И один из них, потенциальных подозреваемых, которого могут посадить до 15 лет строгого режима, это сын заместителя председателя Следственного комитета Елены Леоненко. Это она была однокурсницей когда-то Дмитрия Медведева. То есть это такая медведевско-путинская дама. И при этом, при всем, в общем, ФСБ получила компромат на ее сына. И я так понимаю, что и на Бастрыкина в том числе, потому что, конечно, арест ближайшего родственника, одного из заместителей председателя Следственного комитета России после всех вот предыдущих скандалов, они могли привести и к отставке самого Бастрыкина, и к переформатированию, к тому, чтобы переподчинили Следственный комитет, присоединили к ФСБ. И вот здесь в данном случае я не знаю до конца всех нюансов. Наш источник тоже до конца не понимает той структуры диалога, который был. Он был за закрытыми дверями, но абсолютно точно у Бастрыкина был очень серьезный разговор, встреча с руководством администрации президента и ФСБ, после которой, в общем, он уже вышел, вжав голову в плечи, и сегодня мы уже видим, что он озвучивает то, что нужно было Путину, администрации президента, и на самом деле вот этим своим заявлением он отрезал себе путь к какому-либо там отступлению, к какому-то диалогу, и он теперь уже 100%, конечно, один из соучастников вот этого будущего действия, которое сейчас происходит. То есть понятно, что спецслужбы, они взяли под контроль Следственный комитет, собрали огромный массив компромата на следователей, на руководителей различных следственных подразделений. По сути дела, Следственный комитет – это не независимая структура, а это структура, которая, ну, если не на 100, то на 99% подконтрольна ФСБ. И, соответственно, что там по линии там Бортников, Патрушев и другие генералы решат, то эти следователи и будут оформлять. И, собственно говоря, это и вписывается в ту информацию, которая приходила от источников, как организованы эти военные концлагеря. Они организованы в более чем 10 учреждениях тюремной системы Федеральной службы исполнения наказания. Сотрудники ФСИН выполняют лишь функции ключников, открывают, запирают двери. Все передвижения военнопленных курирует спецназ ФСИН, а мозг управления вот этими военными концлагерями и замыкают их на Москву как раз оперативники ФСБ, которые из центрального аппарата и из региональных подразделений откомандированы в эти самые военные концлагеря, проживают на территории корпусов комнат длительного свидания, где раньше заключенные с женами и с детьми встречались, и с родителями. И вот, собственно говоря, вот эта вертикаль, то есть военные концлагеря запитаны на ФСБ, и именно ФСБшники решают, в какой момент и кому вызывают следователей, которые, соответственно, уже не занимаются расследованием, а, по сути дела, уже снимают показания с уже подготовленных военнопленных, которых до этого обработали в пресс-хатах, в ходе внутрикамерной оперативной разработки, в ходе встречи, негласных встреч с оперативниками ФСБ. И дальше уже просто следователи Следственного комитета России и военные следователи, они просто оформляют, вносят вот эти вот заученные показания. Причем то, что сообщают нам бойцы спецназа, ФСИН, некоторые, конечно, некоторые в качестве источников, они на допрос людей заводят буквально на 5-10 минут, где человек ставит там 5-10-15 подписей под листами и его возвращают обратно в камеру. То есть там нету никаких Шерлоков Холмсов и докторов Ватсонов, которые задают какие-то умные объемные вопросы и пытаются воссоздать объективную картину произошедшего, что же там происходило. Нет, им дают уже готовые фабулы, которые заранее сочинили ФСБшники и политтехнологи,
для того, чтобы как раз легитимизировать вот ту войну, оправдать ее в глазах как минимум россиян, а как максимум еще и мирового сообщества, чтобы убедить весь мир в том, что надо было вот это вот делать Путину и его войскам. Можно вопрос, Владимир? Вот очень, хоть два. Очень хочется узнать, конечно же, все-таки о роли Красного Креста. Насколько это такое око, блюдящее законность по отношению к украинским военнопленным в этих лагерях, да? И второй вопрос. Вот вы говорите, их заводят на 5 минут для того, чтобы они поставили подписи. 5 миллиардов долларов, которые рассосались в Украине, которые были выданы структурам господина Медведчука для того, чтобы они готовили здесь такую каравайную встречу русского мира. И вот неужели в России не хотят узнать правду действительно по свидетельствам украинских военнопленных, а как на самом деле, как они профукали Украину? Неужели вы думаете, что их не опрашивают, ну хотя бы для того, чтобы передать наверх честный отчет? Так, начну, наверное, со второго, да, с коррупции. Да нет, конечно. Всю эту историю с войной и организовали как раз те самые, ну, по сути дела, это мафия, которая захватила государство, те самые генералы из ФСБ, из Министерства обороны, которые на протяжении последних 7-8 лет расхищали бюджет Российской Федерации и украли по разным методикам подсчета от 3 до 8 триллионов рублей. Речь идет о сотнях миллиардов долларов и евро, которые были выделены на нормальную работу спецслужб и армии. И вот здесь самое важное, что мне хочется сказать вашим уважаемым зрителям и подписчикам. Некоторые пишут: ну, спасибо российской коррупции, если бы вот не коррупция, то тогда бы, значит, армия была бы еще сильнее и так далее. Я хочу сказать всем, вот с учетом тех знаний, которыми я обладаю, что если бы не коррупция, если бы у руля России и в руководстве ФСБ и Министерства обороны были действительно настоящие офицеры и патриоты, не было бы никакой войны. Они организовали эту подлую вероломную войну с единственной целью – скрыть масштабные хищения, которые они сделали, списать на войну огромное количество того, что должно было быть построено и взято на вооружение, но числится только по бумагам, и только для того, чтобы сохранить свои посты, потому что в прошлом году, еще летом, начались допросы и перекрестные проверки по линии счетной палаты, Генпрокуратуры, Следственного комитета и разных подразделений администрации президента и ФСБ по линии Минобороны, которые вскрыли огромную дыру, более 1000 незавершенных объектов строительства. То есть Путин в курсе, да, что у него ее в окружении? Абсолютно, конечно же. Он один из бенефициаров, они крадут вместе. Это вся история про... Он пиарится как якобы там царь и патриот, а на самом деле это самые настоящие предатели России. Эти люди позволили... Ну и круговая порука немаловажная, правда ведь? Все же замучены в коррупции, в крови. Все его дружки мультимиллиардеры в списке Forbes за счет госзаказов, за счет выведения бюджетных средств. На армии огромное количество денежных средств похитили. Они все это делали просто для того, чтобы наживиться, для того, чтобы свои дети, внуки и правнуки были там до конца жизни обеспечены. Это абсолютно люди, лишенные чувства меры. Очень хочется тоже об этом поговорить. Чувство меры. Будут ли у детей и внуков жизнь, если не будет Путина? Тоже вопрос. Да. Многие говорят, что жизнь под угрозой у них. Да, и Красный Крест часть очень вопроса, важный. Да, вот про Красный Крест давайте я скажу вам то, что я знаю. А конкретно я знаю то, что мне ничего не известно, чтобы Красный Крест в 2022 или в 2021 году хотя бы раз вскрыл хотя бы один факт пыток и нарушения прав человека в российских тюрьмах. Я знаю, что делает команда «ГУЛАГу нет». Я знаю, что делают еще несколько правозащитных команд, таких как «Сибирь правовая», которых арестовали и мучают в Кемеровском СИЗО, таких как ряд моих коллег, которые либо погибли, либо вынуждены были покинуть территорию России. Что делает Красный Крест? Мне известно только то, что еще, наверное, 7-8 лет назад
российские спецслужбы сделали все возможное, чтобы у руля Красного Креста в России были поставлены люди, которые были аффилированы с властью, которые с ними находились в определенном танце и которые, ну, скажем так, наверное, являлись скорее проводниками политики российских спецслужб и российской власти внутри вот этих вот общественных организаций, нежели кто продвигал идеи и принципы Красного Креста на территории России. Поэтому, когда я вот неоднократно уже не первый раз слышу от украинских журналистов и политиков некие слова, что вот есть там Красный Крест, и он-то что-то проконтролирует, большой вопрос. В России создана была система когда-то общественного контроля, так называемая ОНК. Вот они имели возможность проходить в тюрьмы и контролировать. Но проблема в том, что большая часть независимых правозащитников были под различными предлогами, спецслужбами изгнаны и недопущены в эти ОНК. И последние 7-8 лет ОНК, мы об этом писали на протяжении последних там, 7-8 лет, они являются придатком российских спецслужб. Вот эти вот ОНК, они скорее легитимизируют пытки и бесчеловечные условия, чем помогают скрывать. Туда входят, как правило, бывшие прокуроры, бывшие следователи, бывшие начальники тюрем и так далее. Тот же самый Дмитрий Комнов, начальник СИЗО Бутырки, когда погиб Сергей Магнитский, самый известный погибший в российских застенках человек, именем которого назван акт Магнитского и все санкционные законы. Дмитрий Комнов по протекции администрации президента получал мандат члена ОНК, чтобы наблюдать потом после увольнения из СИН за условиями содержания. То есть, ну, о чем можно говорить? Это насмешка и это издевательство над здравым смыслом, то, что они там сделали. И поэтому то, что какое-то, возможно, количество членов разных общественных организаций, в том числе Красного Креста, входит в какие-то наблюдательные комиссии, и они создали некую иллюзию, что вот Красный Крест будет что-то там проверять. Но еще раз, как человек, который занимается разоблачением фактов пыток и бесчеловечного обращения в российских тюрьмах на протяжении более 10 лет подряд и делает это достаточно качественно и открыто, мне ничего не известно, чтобы хотя бы один член этой организации в виде, там, с мандатом члена наблюдательной комиссии или без такого, чтобы он хоть что-то сделал, чтобы остановить пытки хотя бы в одном учреждении в СИН. Поэтому здесь я не понимаю даже как бы идеи, как можно было полагаться на то, что какая-то общественная организация, тем более международная, что-то может сделать в России с точки зрения ограничения произвола. И тем не менее, первая группа украинских военнопленных уже дома. Скажите, что заставляет Москву держать слово и отдавать? Достаточно большая группа. Здесь в данном случае, я так понимаю, что идет определенная фильтрация, и они отбирают нужных для вот этого международного трибунала вот в Зазеркалье, да, для, в качестве, которые будут принимать участие в качестве свидетелей обвинения и в качестве обвиняемых. Вот. А какую-то часть, конечно, они отфильтровывают тех, кто требует медицинской помощи, либо просто не интересен, не нужен, ну, на ком нет наколок, на кого нет даже каких-то приблизительно показаний, кто не подходит по какие-то фотороботы того, что они где-то там конструируют. Вот таких людей, конечно, они будут обменивать. Они не могут всех держать и кормить, кого они захватывают в плен. Поэтому здесь мотивация, конечно же, забирать своих. Конечно же, забирать своих. То есть политика как можно больше захватывать, чтобы в любом случае забирать своих, чтобы там российские военные у вас не оставались, чтобы, не дай бог, у вас там на территории Украины не осталось кого-то, кто может потом давать показания в рамках Международного уголовного суда и трибунала о том, как на самом деле все это начиналось и продолжалось. Вот буквально до нашего интервью я так вспоминала, да, оживляла в памяти. Мне надо было готовиться к другому материалу, и я оживляла в памяти все, что связано с ядерным оружием, еще постсоветским, Советского Союза, и опять-таки вот эта вот знаменитая рука смерти, да, о которой говорят, что это такой автоматический ответ ядерным оружием в случае, если там уже Соединенные Штаты и НАТО нанесут удар по России, там в России все
погибнут, да, и даже в бункере уже никого не останется, то вот запустится такой механизм, как это вот мертвая рука. И я подумала, что фактически Путин сейчас уже олицетворяет эту мертвую руку, и почему-то мне кажется, что именно в связи со своей болезнью. Я не знаю, может быть, это я, знаете, такие надуманные у меня представления о том, кто есть этот человек. Может, я не до конца оцениваю его там внутреннюю силу, стержневые такие вот возможности. Но мне кажется, что вот человек, который доживает свое, да, ну, я даже не говорю в силу болезни, о которой так много говорят, я говорю в силу возраста хотя бы, то ему, в общем-то, наплевать, как будет после него жить Россия и что случится там с Патрушевыми, с Бастрыкиными, а тем более там с Украиной и с ее людьми. Мне кажется, что он просто уводит за собой ну, вот на тот свет людей. Вот почему-то у меня такое мнение, что он это делает, и вполне осознанно. Я, знаете, и уж совсем я не удивлюсь, если будет, как во время Второй мировой войны, когда фашистские приспешники умирали там всей семьей, раскусив ампулу цианида. Вот, вот совсем не удивлюсь. Хотя понимаю, что богатства большие, жить хочется всем, и дочерям Путина, и там и внукам Путина, и его детям маленьким, конечно же. Да, и Кабаева совсем не хочет умирать, как говорила миледи. Я еще слишком молода, чтобы умирать. Вот. Но, в общем-то, ну, мне кажется, что человек просто немножечко не сповна розуму, вот, говорят у нас в Украине. Вот скажите, пожалуйста, можно ли говорить о том, что вот он не сповна розуму? Вот не могу перевести на русский язык, к сожалению, эту фразу. Не в своем уме, наверное, это правильно. Можно ли говорить о том, что человек действительно не в своем уме, хотя, как вам сказать, можно ли говорить о том, что ну, над ним тоже кто-то ведет какие-то работы? Вот я очень осторожно так скажу, потому что мы знаем очень много технологий, мы знаем там NLP, это самое мягкое и самое, что называется, уже нет, мне кажется, ни одного там гражданского деятеля, который бы не обладал технологией NLP, хотя бы потому, что надо разговаривать с общественностью, да, и, в общем-то, это, в общем-то, уже все знают. Вот. Не кажется ли вам, что он не самостоятелен, Владимир? Начну от обратного. Ну, Путина сломали сами силовики в 2011 году, когда была Болотная. Тогда, собственно говоря, спецслужбы, по сути дела, специально дали возможность российской оппозиции собраться в таком количестве у Кремля и произнести то, что они произносили. Произносились самые разные речи, которые, по сути дела, ну, были такой предтечей возможной будущей революции. И Путину тогда стало страшно в тот самый момент. А особенно на фоне того, что произошло с тем, кого он так тепло принимал. Я сейчас говорю про ливийского диктатора Каддафи, которого там порвали. Конечно, вот в тот момент именно система сдержек и противовесов, которую так долго выстраивал Владимир Путин в отношениях и с Западом, и внутри России, она тогда поколебалась. И в 2011 году в конце, при том, что многие считают это некой победой на тот момент молодой демократии и либералов, что вот удавалось собирать такие митинги, на самом деле, если смотреть с исторической точки зрения, это был проигрыш. Именно в тот самый момент Путин впервые за более чем 10 лет правления России осознал, что есть огромное количество людей вот там за кремлевской стеной, которые его не любят, не уважают, ненавидят и могут, в принципе, причинить лично ему физический вред. И дальше вот начали приниматься целая гора репрессивных законов, и началась вот эта вот полномасштабная зачистка России от демократов, от правозащитников, от оппозиции и выстраивание такого уже полноценного именно тоталитарного диктаторского государства. Вот. Ну а что касается последних там нескольких лет, когда активно шла подготовка к войне, потому что нужно понимать, что тот же самый полигон Мулина Западного военного округа Министерства обороны, он изначально, когда был построен 16-17-18 годы, ему название в шифрах засекреченное дали, я вот недавно в документах, в архивах их копался, его прям так и называли «Бригада У», то есть как бы бригада, как бы заточенная на атаку Украины.
Вот, то есть это все началась история несколько лет назад с подготовкой вот этого ужаса, который мы сейчас видим. И судя про, если проанализировать психофизическое состояние Путина и взаимосвязь с тем, что происходит, несомненно, этот человек одержим. Он одержим, маниакально одержим идеей войти в историю. Он прекрасно знает российскую историю и понимает, что те правители, при которых народ жил спокойно, без войн, они, как правило, никаким образом не упоминаются в учебниках истории. И нужно смотреть на физиологию. Уж извините меня за такие, как бы, возможно, там интимные подробности, но это человек, у которого закончилась активная половая жизнь. И ему нужно ее чем-то заменять. При этом это человек, который живет в огромном дворце в Кремле, не меньший дворец в Ново-Огарево в Подмосковье на Рублево-Успенском шоссе. Аналогичные дворцы по всей стране они построены. Ему там скучно, он уже к этому привык. Он все уже однообразно, все ему подчиняются, все преклоняются, денег сколько хочешь. Ты уже не можешь чего-то захотеть, чего бы ты не смог купить. Ты все в этой жизни можешь купить. 200-метровые яхты, пожалуйста, виллы в самых лучших городах-курортах для своих детей и внуков во Франции, в Италии и так далее, и так далее. Пожалуйста, он мог все. Ему в какой-то момент вот это материальное его перестало волновать. Он начал думать о том, кем он войдет в историю, и он захотел, объективно захотел войти в историю, стать на уровне там, Петра Первого, Сталина и так далее. И он точно так же, он прекрасно понимает, что и Петр Первый, он лил кровь, и там репрессий было очень и очень много, но тем не менее россияне считают Петра великим, и на Москва-реке стоит гигантская статуя в память о Петре. То же самое Сталин убил огромное количество людей в лагерях ГУЛАГа и НКВД и одобрял все эти репрессии и расстрелы. Тем не менее, достаточно большое количество населения в России до сих пор поддерживает и Сталина, это ментальность, мне кажется, пожестче. Еще такая. То есть поэтому, люди уважают сильных. Поэтому, да, за эти более чем 20 ваших лет людей. Путин... Да, поэтому за более чем 20 лет Путин очень хорошо изучил свой народ, и он понял, что если он будет... Для него был примером Дмитрий Медведев. Вот, пожалуйста, достаточно либеральный политик, который там нажимал на кнопку перезагрузки с Америкой, при котором был очень выгодный курс рубля и доллара, при котором экономика росла и бухла, при котором начались какие-то зачатки борьбы с коррупцией. Человек, который пытался делать открытое правительство, то есть какие-то прозападные внедрять новшества в жизнь. Чем его отблагодарил российский народ? Тем, что как него, антипример. Как антипример, конечно. Об него вытерли ноги, он мягкотелый, он какой-то там в глазах большинства чмо, извините за это выражение. Там Алексей Навальный стебался над ним, над каким-то там домом с уточкой в Италии, который ему там на старость лет построили. Да, да. Его максимально унижали и не любили как условно силовые и консервативные силы, так его, собственно говоря, и унижали, и не ценили даже те, для кого он достаточно много сделал, в том числе там позволив создать там телеканал. Владимир, скажите, пожалуйста... Вот это, я буду перебивать, потому что я услыхала ваш разговор с журналистами иностранными. Вы сказали, что у вас совсем мало времени на нас, и поэтому мне хочется вам задать как можно больше вопросов. А наше время уже подходит, в общем-то, к концу, которое вы нам выделили. Очень хочется еще остановиться, у нас впереди, в общем-то, список большой. Вот вы затронули Медведева, и ладно уж, да, вот канал СВР написал о том, что вот была предотвращена попытка суицида Дмитрия Медведева. И я вот зачитаю, даже не знаю, насколько там вы можете доверять этому каналу, потому что, в общем-то, источники, как я понимаю, у вас и у этого канала могут быть одни и те же, да? То есть это какие-то офицеры из ФСБ? Нет? Нет? Я думаю, что мы к телеграм-каналу СВР не имеем никакого отношения. Нет, вы не имеете отношения, я имею в виду, да. Источники могут быть одни и те же, которые разбрасывают информацию. И удивительно, что название телеграм-канала генерал СВР, да, вы сказали? Да. Информацию, которую он публикует, она больше относится к информации внутренней, к информации ФСБ и администрации президента, но не к службе внешней разведки. Там в основном публикуются внутриполитические новости,
того, что происходит с Путиным и с его ближайшим окружением. Поэтому я ни в коем случае не хочу здесь комментировать про достоверность этого телеграм-канала, но, по крайней мере, то, что он по линии СВР не имеет данных и публикует внутреннюю информацию, ну, это очевидно любому человеку. Вот, поэтому я думаю, что у нас здесь абсолютно разные источники с этим каналом. Ага. Ну, давайте, тем не менее, остановимся. Может быть, вы прокомментируете. Вот говорят, что во время уборки кабинета Дмитрия Медведева женщина из прислуги случайно обратила внимание на несколько написанных листов бумаги на столе на полу. Видимо, ее заинтересовало содержание, понятное дело. Уборщицы обычно интересуются содержанием официальных документов. Так, обнаружив пять вариантов предсмертной записки, написанных крупным размашистым почерком Дмитрия Анатольевича, и прислуга сразу сообщила охране. Значит, Медведева нашли крепко выпившим, с пистолетом в руках. Охрана сообщила Путину. Путин сказал спиртного больше Медведеву не давать. Но Медведев, как говорят, написал о том, что значит, он чувствует себя, что он не может переносить унижение и душевных переживаний, чувствует себя ничтожеством, ни на что не способным, ненавидит войну и тех, кто ее развязал. И в своей смерти винит президент России Путина, Юрия Ковальчука, Николая Патрушева, Александра Бортникова, Игоря Сечина. В одном из вариантов записки Медведев пишет, что ему надоело быть куклой. Вот так вот. Вот насколько это может быть правдой? И, а если это вброс, для чего? Ну, я скажу про свое отношение и про то, как это согласуется с нашими источниками. Ну, во-первых, любая уборщица, которая заходит в комнаты, где живут Путин или Медведев, это, конечно же, сотрудница ФСБ или ФСО. Поэтому здесь допустить, что какая-то там тетя Глаша вдруг зашла, значит, нашла и опубликовала это все в Одноклассниках или ВКонтакте, ну, это, конечно, это смешно даже думать об этом. Вот. Что касается Медведева, здесь, к сожалению, наоборот, история. У него действительно были проблемы с алкоголем очень серьезные, и для него была очень серьезная психологическая ломка, потому что все-таки его проект условный либерально-демократический, он был абсолютно сломан силовиками. Спецслужбам удалось подавить волю Медведева через организацию уголовного дела в отношении двоюродной сестры его жены. Вы знаете, наверняка читали про уголовное дело в отношении Евгении Васильевой, гранд коррупции в Министерстве обороны. Это двоюродная сестра его жены Светланы Медведевой. Вот. Поэтому, собственно говоря, в обмен на сохранение свободы Васильевой, в обмен на то, что ее оставят в покое и сохранят ей, в том числе, ее огромные апартаменты на Молочном переулке и так далее, и так далее, Медведев пошел на какие-то тогда уступки. И вот на эти уступки он продолжал идти очень долго, он переживал, он очень сильно выпивал, он сдал практически всю свою команду. Если проанализировать, тот же самый Михаил Абызов, министр по делам открытого правительства, и 2011-2012 год, это руководитель его штаба предвыборного. Михаил Анатольевич Абызов сейчас находится в СИЗО Лефортово уже второй или третий год подряд по обвинению в организации преступного сообщества. То есть вся команда Медведева, она так или иначе разбита в пух и прах. Он остался, скажем так, с малочисленной своей командой, встраиваясь в нынешнюю путинскую совершенно иную модель управления государством. У него были проблемы с алкоголем, насколько я знаю, он закодировался. И именно вот этот вот психоз закодированного человека привел его к тому, что он последние месяцы просто самым активным образом разрушает остатки своего светлого образа и некого имиджа на Западе. Так а кто его тянет за язык, я не могу понять. Чем он такой упор? Почему такие упоротые заявления? Но его ж никто не говорит, типа, Дима, напиши там что-нибудь от заместителя СНБУ. Это абсолютно здесь история человека, которого ему дали некую почетную должность без каких-либо полномочий. Вот условно как бы заместитель председателя Совета Безопасности. Это такой, знаете, главный по тарелочкам в Кремле во время завтраков. То есть это человек, который не имеет права подписи в официальных документах, который не может возбудить какого-то уголовного дела, закрыть какого-то уголовного дела. Так а что он ляпает языком налево и направо? Ну, кодировался бы или хочет... там, продолжал бы жить богато. Ну вот, к сожалению, это не все, но часть закодированных людей, они становятся почему-то, вот по моим наблюдениям и жизненному опыту, злее, агрессивнее, и у них блокируются какие-то центры принятия решений. К сожалению, вот эти блокировки не всегда для алкоголиков удачные происходят.
Поэтому Владимир, здесь, прямо что беда. Касается один без Дмитрия секса, Медведева, здесь он просто вот, пытаясь избежать вот такого большого унижения, он понял, что все, во что он верил, все, что он защищал, оно уже сгорело и уничтожено. И поэтому он сейчас активно встраивается в новую, в современную модель вот этого тоталитарного общества. Мы сами все, вот, ну, слушайте, я был в 2012 году одним из членов рабочей группы по созданию системы «Открытое правительство». Я возглавлял подгруппу ограничения произвола силовых ведомств и готовил проект по реформированию в целом силового блока. И я сейчас вот смотрю на то, что с Медведевым, что он постит в Телеграме, антиукраинское, провоенное, абсолютно милитаристское. Но это как бы, если бы мне кто-то 10 лет назад сказал, что Медведев будет подобное писать и думать, я бы плюнул такому человеку, наверное. Ну, не плюнул, но сказал бы, что он врет. Вот. Но вот так вот этот режим меняет. И в том-то и страх, этого бесчеловечного режима, что он расчеловечивает, казалось бы, даже самых вменяемых. Кого-то он пытает и потом под пытками заставляет становиться палачом и садистом самого и пытать других. И этот феномен мы раскрыли за последние 2 года про пыточные конвейеры. А кого-то, как Медведева, его сломали об колено, и теперь он, будучи уже сломанным, потеряв и утратив свои убеждения, свою команду, он сейчас пытается найти какую-то точку опоры, бросаясь в какую-то вот эту вот абсолютно военную фашистскую риторику. Ну, можно лишь сожалеть. Еще есть такой же Корниенко у вас, Кириенко. Есть. Я помню, когда я брала интервью у покойного Немцова, в общем-то, он там был в орбите и был такой достаточно, как это сейчас слово уже ругательное стало, либеральных ценностей, да, вот, и все эти либералы стали, ну, конкретно упоротыми такими нацистами. Как это Касается... еще, знаете, одно такое наблюдение, Владимир, вот когда-то читала очень давно, «Кремлевские жены», помните, была такая бестселлер, ходила книга по рукам, вот, и думаю, ну, все повторяется, да, вот на всех высших чиновников есть какой-то компромат, да, все должны быть вот такими там, или стреляться, или пьянствовать из-за того, что где-то жена, где-то двоюродная сестра, да, тогда все могли загреметь в ГУЛАГ, помните, там всех, в общем-то, ждала одна судьба, и никто пикнуть не смел, да, жена сидит, а он вроде как в ЦК чем-то руководит. И я смотрю, вот русская традиция такая интересная, вот в Украине на самом деле нет. Не для того, чтобы, не дай бог, вас обидеть или унизить, просто замечание. Ведь повторяется еще со средних веков, помните, да, был граф Бестужев, а сестра, в общем-то, с вырванным языком. Вот, и никто помог ему, никто не мог помочь такой ситуации, да, вот там оговорили, там проболталось и так далее, ну и вот, пожалуйста, вот такая судьба. И вот это так все повторяется в России современной, что даже удивительно, почему это так, почему не учтен этот опыт, он не переступлен и там страна не идет дальше, почему опять возвращается на эти круги. Ну, такое замечание. Поэтому у нас и занимается, да, у нас, собственно говоря, поэтому и проект называется «ГУЛАГу.нет». Нет ГУЛАГу. Мы понимаем прекрасно, что нынешняя Российская Федерация, она унаследовала все тоталитарные традиции Советского Союза, ГУЛАГа и НКВД. И мы пытались более 10 лет подряд сделать что-то, чтобы остановить этот тоталитарный режим и каким-то образом способствовать ограничению произвола силовиков и защите прав человека и демократии. Но понятно, что плечи обуха не перешибить, и здесь наших усилий было явно недостаточно, к сожалению. Да. Что происходит с окружением? Вот сейчас Украина живет в таком состоянии, мы ожидаем очередного нашествия, но уже со стороны Беларуси. И сейчас там фактически это тема номер один, и очень много экспертов говорит на эту тему. Да, мы смотрим постоянно туда, в район Волыни. Вот, и говорим о Лукашенко. Опять-таки, тот же канал СВР рассказал о том, что Путин с Лукашенко встретились, и Путин сказал, ох, нехорошие слова, конечно, он сказал по поводу Лукашенко. Дескать, говорил, Путин убеждал его наступать, Лукашенко что-то там крутился, как уж под вилами. И вот так интересно, был момент, когда Путин, прервав общение с Лукашенко, покинул переговоры, выходя из комнаты, громко сказал ожидающим, я прошу прощения у аудитории, объясните этому
тупому гондону, что он отсюда не уедет. По словам очевидцев, угроза была произнесена настолько убедительно и громко, что это услышали люди, ожидающие окончания переговоров, коих было около десятка, и охрана, и сам Лукашенко. И после относительно небольшого перерыва Лукашенко сам начал слезно просить дать возможность продолжить общение с Путиным, и выглядел при этом очень подавленным. В итоге он дал обещание Путину, что вооруженные силы Республики Беларусь примут участие в специальной военной операции в том количестве и в том качестве, которое, в общем-то, Москва запрашивает и требует. Вот что происходит сейчас, если у вас есть какая-то информация от ваших источников в окружении Путина, насколько окружение согласно с белорусской кампанией, насколько оно толкает его в белорусскую кампанию, и как вы думаете, как поступит Лукашенко, потому что не первый раз же он на шпагате? Насколько я понимаю сейчас, действительно, Лукашенко это уже абсолютно такой, можно сказать, губернатор Беларуси. Это не президент отдельной страны. Беларусь в целом ушла под контроль Москвы еще несколько лет назад. Если проанализировать процессуальные документы Следственного комитета Беларуси, они копируют практически полностью документацию Следственного комитета России. Если посмотреть, как развивались уголовные дела и подавление протестов в Минске в 2020 году, и то, что за этим следовало с пресс-хатами, с избиениями, с пытками, и вот эти ФСБшные самолеты, которые привозили спецназ, СИН и ФСБ для подавления протестов, это все звенья одной цепи. То есть уже тогда, вспомните этот исторический момент, когда Путин оторвал Лукашенко от Европы. Я помню, что буквально за неделю, за две до начала вот этих вот массовых летних протестов в 2020 году в Минске и по всей Беларуси, Лукашенко дал большое интервью, программное интервью Дмитрию Гордону, украинскому журналисту. Да. Очень большое. И там Лукашенко просто предстал в образе, ну, такого проевропейского политика, для которого... Да, у нас Украина, тут все обрыдались, это... все сказали, нам бы да. такого батьку. Да, да, абсолютно, и что вот, и наоборот, он озвучивал тему, что вот, видите, там российские спецслужбы что-то нас здесь хотели, прилетали, что-то хотели у нас здесь сделать. То есть история-то была, его тоже вот подменили, вот эта история про подмены, когда людей вербуют российские спецслужбы и расчеловечивают, и берут их под контроль. Вот, а дальше произошло что? Всплеск протестов, угроза у Лукашенко, так же, как когда-то в 2011 году у Путина, там, Болотный, там, свержение, и, опять же, вот это вот страшилки, которыми там ФСБ подчивало Лукашенко в секретных докладах, что его не просто там в отставку отправят, а его арестуют, а во время арестов его там еще могут там порвать, убить и так далее, и так далее. И сыграли на его страхах, оттолкнув его от Европы, вынудив его применить бесчеловечные методы оппозиции. Да, и дальше уже все, дальше он стал ручным. А соответственно, а дальше прилетели эксперты, специалисты, кураторы из Москвы, из ФСБ, из Следственного комитета, из службы внешней разведки, выдали флешки белорусским следователям с однотипными обвинениями, когда они там привлекали оппозиционеров. Благо дело там у них за 8-9 лет репрессии в России там накопилась вот эта практика, как арестовывать и сажать оппозиционеров. И вот дальше все, после этого мы видим такой абсолютно марионеточный режим. С точки зрения воинственности, невоинственности белорусов, здесь у меня большой скепсис. Я думаю, что все-таки от Лукашенко не будут давить его именно вот до конца, додавливать до начала вступления белорусской армии в войну, ну, потому что никакой мотивации в этой истории нет. А вот то, что Лукашенко взяли к ногтю и сказали, что мы сейчас тебе завезем наши «Искандеры» и поставим, чтобы пугать Европу размещением еще ближе к границам с Европой ядерного оружия, вот здесь как раз я не удивлюсь, и я допускаю, что сейчас достаточно большой контингент в ближайшие полгода войдет на территорию Беларуси вместе с ядерным вооружением. Вот это как бы, это да. Я правильно понимаю, что он... Я правильно понимаю, что он присоединяет и делает, ну, такое де-факто союзное государство, Россия, Беларусь, в его планах дальше Украина, а вот он, умирая, хочет... Молдова, вот Грузия, Армения. Армения, да. С Пашиняном. Да, да, на Пашиняна многие делали очень серьезную ставку
на его независимость и демократичность, и прозападность, но мы видим, как этот человек сейчас себя ведет с Путиным, с его ближайшим окружением. Пашинян абсолютно не является независимым. В Грузии... Господи, говорили, деле, что там конкретная соросятня. Я помню, его обижали и называли, ой, он такая соросятня, этот Пашинян, да? И вдруг мы видим, что никакая не соросятня. Вот, да, В нужный момент маска слетела, в нужный момент маска вот этого революционера в военной курточке, она слетела, и мы увидели, что это был такой хорошо закамуфлированный функционер, которого всем продавали как прозападного, а на самом деле он абсолютно такой товарищ, который с Путиным там заодно. То же самое в Грузии, никто об этом сейчас громко не говорит, но мы видим, Михаил Саакашвили сейчас сидит в тюрьме в Грузии. У руля имеет большинство в Грузии, да, конкретно. В Грузии рулит, да, абсолютно. То есть они сейчас они вложили огромное количество денежных средств для того, чтобы на территории вот большей части стран постсоветского пространства появились именно зависимые от Кремля, от Лубянки политики. Кого-то купили, на кого-то есть компромат, кому-то просто как бы играют на его лучших чувствах, и он думает, что сейчас, принимая какие-то решения с Путиным, он добьется каких-то позитивных сдвигов для своей страны, там, в цене там, на газ, на нефть и так далее, и так далее. Но они ключи ко всем подбирают, и еще раз, у них план-то абсолютно понятный. СССР в версии 2.0, вот, воссоздание условной Берлинской стены, как, ну, в их понимании она может пройти там, условно, там, по линии около Киева где-то, либо западнее, либо восточнее. Это вот их план. И дальше воссоздание такого антимира. Вот есть мир, а есть антимир. И на Западе будут антимиром считать вот этот вот, да, и наоборот. А внутри вот этого периметра тоталитарного государства будут рисовать какие-то страсти про разгулье сплошь и рядом каких-то извращений в Европе. Вот, и продавать историю какой-то, вот, не знаю, там, православной, консервативной системы. Ну, это, в общем, я не понимаю до конца даже, как вообще современная молодежь и вот наше поколение, там, среднее, может поверить во всю эту бредятину. Но они каким-то образом это вкручивают в головы достаточно большого количества людей, к сожалению. Да, к сожалению, это правда. Феномен называется пропаганда черная, я думаю, вот решение этого ребуса. Вы думаете, что, в общем-то, Лукашенко свою задачу выполнил и дальше не пойдет? Ну, потому что, знаете, как это... Помните, как режиссер обращался к казахи, братья, вот отвратительным таким тоном? Господи, как же ваш этот... жена у него Симоньян, а он... Неприятные эти персонажи, даже фамилии. Неприятный тип, да. И вот он, когда казахи 9 числа, помните, 9 мая, они отменили празднование. Вот, и он сидит и так, таким подленьким голосом, так, знаете, скорчив физиономию, говорит, казахи, братья, что же вы там, да? Вот, и я вот подумала... Не Киасаян? Киасаян, правильно, правильно, Володя, да, Киасаян. Я подумала, что, знаете, вот раньше же была вот эта вот сага о дружбе народов, да, и что все народы братья, все должны помогать друг другу. Так вот, не очень хотелось бы лишиться одних братьев, вот этих северных белорусов нам. Ой. Потому что, знаете, у нас, что называется, у хлопцев глаза кровью налиты в этом смысле, потому что, ну, второго предательства уже не потерпим. Вот недавно слушала военного эксперта, который размышлял о том, как в Крыму было тяжело стрелять в россиян, офицеров и солдат, зеленых человечиков, потому что с кем-то там пересекался по линии военного училища, где-то, ну, там все равно, да, это барьер, опять-таки, языковой, ну, напротив тебя человек, который разговаривает на том же языке. В Крыму все разговаривали на русском, наши офицеры, вот, и тогда вот был такой барьер, а сейчас хлопцы говорят, о чем вы говорите, будем кромсать прямо там на границе и удобрять болота и земли, там, Волынь, Ровно, в общем-то, и Луцк, все туда пойдет, в сырую землю.
Я знаю, что в одном из своих интервью, Володя, вы сказали, что на вас вышли люди, которые называют себя организацией Wind of Change. Правильно? Так получилось, что вот одному из источников западная пресса дала вот это прозвище Wind of Change, когда образовался очень такой мощный инсайт о происходящем в российских спецслужбах и в Кремле. Да, и вы говорили, что у вас есть достаточно большие объемы информации, но они нуждаются в верификации. Это где-то было несколько недель тому, и поэтому я подумала, я увидела вас и, в общем-то, так заочно познакомилась с вами, по-моему, Юлии Латыниной, вы как раз выступали тогда. Я подумала, я дам несколько недель, да, на верификацию информации, и потом, в общем-то, постучусь к вам и попрошу вас об интервью. Вот эти несколько недель прошли. Произошла ли эта верификация информации? Сделали, провели ли вы ее? Да, и что это была за информация? Как вы подозреваете, из какого источника она проистекает? Потому что там, ну, какие-то вы, так, по чуть-чуть вы сказали о глобальных вещах, о ядерном вооружении, которое запрятано там в скалах, об этих объектах таких достаточно секретные, которые, в общем-то, вам попали в руки. Вот насколько эта информация подтвердилась или нет? Мы привлекли к этой работе несколько бывших военных, которые уже уехали в Европу, кто запросил политическое убежище, либо уже его получил. То есть мы, конечно, сами правозащитники, мы не специалисты были в военной документации, но вот с участием наших экспертов, теперь уже, да, политических беженцев, которые находились когда-то в системе, нам удалось расшифровать большую часть документации. Действительно, это уникальный получился массив данных. Сразу оговорюсь, прежде чем вот начну перечислять подробности, потому что я прекрасно понимаю, что это жизненно опасная история. Мы, конечно же, размножили этот архив. Он уже находится в целом ряде стран Европы у журналистов-расследователей, у наших друзей, правозащитников и так далее. Мы сейчас анализируем, как, что можно с этим правильно сделать и поступить. Речь идет в целом о более чем 1000 объектов Министерства обороны. Речь идет о более чем 50 объектах 12-го главного управления Министерства обороны. Это ядерное обеспечение, ядерное оружие. Соответственно, в этой документации содержится информация и о гранд-коррупции, и о хищении, и о том, на каких объектах, на строительстве какого количества арсеналов для хранения этого ядерного и неядерного оружия, сколько украдено. На каждый подобный ядерный секретный арсенал, только на само хранение, вот на тайные хранилища, которые сверху летит самолет или вертолет, или спутник, он ничего не видит. Он видит лесочек, видит какие-то там опушки, максимум какие-то отдельные строения, не понимая, что там стратегический объект, потому что все они встроены в земле, это такие большие землянки с секретными въездами. Вот. То есть, конечно, они их старались камуфлировать. Потрачено на каждый из них по 10, 15, 20 миллиардов рублей. Это вот по тем курсам, по которым все это производилось. Речь идет, что на каждый тратилось около полумиллиарда, там, 600-700 миллионов долларов. То есть это гигантские по затратам сооружения. Вот. Они все, по сути дела, раскрыты. Понятно, где они, где их адреса. Google теперь поссорился, вернее, Россия поссорилась с Google, и теперь Google открыл доступ ко всем картам, и теперь даже любой человек может, в принципе, зная вот точку наведения, может посмотреть и найти действительно эти базы и, рядом с базой подводных лодок Гаджиева, где в скалах вот это все оборудовано и как все это типично размещено и в Вилючинске, мы говорим про и Северный морской военный флот, и про Тихоокеанский флот, и те же самые арсеналы в Киржач, Ковров, ну и можно продолжать и так далее по всей стране. Есть огромная документация базы данных с внутренними шифрами, потому что во внутренней документации для сокрытия, для режима секретности этих объектов, они в документах не указывают нигде город и адрес, чтобы зашифровать. И каждый такой объект у них зашифрован, и есть номер шифра.
чтобы никто не понимал, о чем речь. Вот у нас есть полностью вся раскладка, какие военные объекты, за какими шифрами закреплены. И есть огромное количество технической документации, как их проектировали, как их строили, какие у них технические особенности и так далее, и так далее. Вот сейчас недавно вышел фильм «Топ Ган», где как раз там миссия, задача вот была у пилотов уничтожить одно из подобных хранилищ. Вот подобных хранилищ, они все, по сути дела, этим инсайдом рассекречены. Абсолютно нету никакой режима там тайной секретности. И в условиях того, что российская армия, российские спецслужбы и Кремль пытаются бряцать каким-то образом там, ядерным оружием и угрозой Третьей мировой, они там в Кремле, в первую очередь, видимо, должны понимать, что все это уже уехало, все это в Европе, на Западе, и не только на Западе, и в Америке. Это есть и у журналистов, расследователей, и у правозащитников. И я думаю, что тот источник, который направил это нам, помимо нас, еще это направил, конечно же, и в правоохранительные органы, и в разведку НАТО. То есть, да, что в первую очередь, я так понимаю, что источники это сделали как раз не для того, чтобы навредить России, а для того, чтобы защитить Россию и весь мир от угрозы Третьей мировой. Потому что и у источников, и у нас есть четкое понимание, что власть в России захвачена самой настоящей мафией. Это хунта, которая сначала обокрала Россию, а потом, чтобы закрепиться у власти и сохранить несметные богатства, они решили развязать войну. Это самые настоящие военные преступники, это и коррупционеры, самые большие на сегодняшний день в мире с точки зрения масштабов их хищений. И поэтому они должны понимать, что им нечем запугивать весь мир, все это известно. Вот. Просто здесь есть четкий баланс. Мы, конечно же, и так в зоне риска, как наша команда, после разоблачения пыточных конвейеров. И мы невольно, мы абсолютно волонтерская, очень небольшая правозащитная организация волонтеров. Хотя нас думают, что за нами кто-то стоит, вот, за нами, вот я говорю, все, что стоит за нами, это Библия, это вера, которая у нас в сердце, и понимание, что есть добро, есть зло, и в этой истории мы всегда будем, конечно, на стороне добра и бороться со злом, чтобы остановить эту войну, это кровопролитие. Вот. Мы сейчас анализируем, внимательно думаем, в каком объеме это нужно опубликовать, с тем, чтобы, с одной стороны, рассеять все сомнения у кремлевцев, что у них есть какие-то там псевдо-их секретики и секреты, чтобы они понимали, что они ничем мир не напугают. Вот. А с другой стороны, чтобы показать самим россиянам масштаб тех хищений, которые происходили в армии, и что то, что кто-то там еще по наивности сейчас и по недомыслию поддерживает эту войну, они просто поддерживают и страшные преступления с точки зрения убийств украинцев и россиян. И, конечно же, они сейчас каким-то образом обманываются и верят коррупционерам, которые на самом деле обокрали их самих и украли их обеспеченное светлое будущее их и их последующих поколений. Потому что, еще раз, выведенные и похищенные из России просто несметные деньги, которые невозможно даже в полном объеме подсчитать. Хотя мы частично уже как бы идем по следу с группой расследователей тех денег, которые они отмывали в Италии, в Испании, во Франции, на Кипре. То есть я правильно понимаю, что информация касается исключительно военных объектов? Нет, не только военных. Так получилось, что за Wind of Change, как бы, да, за вот этой группой последовали и другие люди из системы. То есть важно понимать, что там внутри, вот, при том, что пропаганда российская, да и в целом пресса мировая, она рисует некий монолит, какую-то пирамиду такую, вот со всех сторон, куда ни посмотри, да, пирамида, внутри злой фараон, и у них ракеты, и они просто... А внутри огромное количество простых людей, которые и непростых, которые думают о будущем. И кто-то выстраивает свои взаимоотношения с правозащитниками, у которых есть мощная репутация на Западе, чтобы, если что, уехать и сказать: ребята, это я был источником, помогите мне. А у кого-то есть задача, находясь внутри, попытаться остановить этот страшный танк, который едет и давит все на своем пути, и кто-то изнутри хочет это остановить. Поэтому, да, есть военные инсайды, есть ФСБшные инсайды, да, есть даже вот в последнее время, удивительно, но появились инсайды даже из, ну, пожалуй, для нас точно самый секретный, самый закрытый спецслужбы России, это ФСО, Федеральная служба охраны. Сейчас вот нам пришли данные и о структуре ФСО, и об адресах их секретных объектов в Москве, где располагается их
секретный аналитический центр, и целый ряд видеофайлов, аудиофайлов и скриншотов того, как проводит путинское окружение, и его там дочки в том числе, да, которые себя мнят царскими особами, как они, с каким пафосом они проводят совещание с участием вице-премьера правительства. Да, дочка Путина, ее подружки и вице-премьер правительства с министрами, которые сидят и слушают вот это вот. Ну, то есть, в общем, до конца, скажем так, у нас сейчас картинка, пазл складывается, что на самом деле из себя представляет российский путинский режим. Ну и, конечно, я думаю, что в ближайшие месяцы мы как-то это начнем все опубликовывать и показывать, как на самом деле устроена Россия современная, и что это не пирамида с каким-то одним фараоном, а все намного сложнее, и что нужно... И шанс есть остановить эту, по крайней мере, уж взорвавшегося вот этого диктатора с его ближайшими олигархами. Я думаю, что у нас всем миром есть шанс их остановить. Владимир, вот вы говорите по поводу шанс есть остановить, а по ощущениям от этих информаций секретных, которые попадают к вам в руки, смелость какая-то, она уже, ну, растет до таких масштабов, чтобы, например, говорить о ликвидации Путина внутренними силами офицеров ФСБ? Насколько это прослеживается? Если одной фразой, да, одного из классиков, да, из «Мастера и Маргариты», Аннушка уже пролила масло. То есть в любом случае уже очевидно, что в нынешнем варианте режим Путина и сам Путин, они обречены. Их собственная система, которую они формировали, она в них видит не больше, не меньше, как лишнее звено. Они уже не нужны. И Путин, и его ближайшее окружение нынешней сформировавшейся системе не нужны, потому что, ну что, это воровайки, они украли миллиарды, они неэффективны с точки зрения любой бизнес-модели, что тоталитарного государства, что демократического государства. Они вызывают огромную аллергию на Западе, их ненавидят внутри страны и не уважают, и ненавидят за пределами. Поэтому здесь в любом случае я вижу, что та система, которая сейчас внутри образовывается, эта система сама исторгнет их. Что с ними будет? Будут их ждать серия несчастных случаев, сердечных недостаточностей, там, суицидов или каких-то там катастроф. Я не знаю, я не злорадный человек, я никому не желаю вообще, даже самым отъявленным мерзавцам я не желаю смерти. Я тем, кто совершал страшные военные и невоенные преступления, тут можно только пожелать справедливого суда и пожизненного срока лишения свободы. Доживут они до приговора? Да, нужен суд. В общем-то, это большой вопрос. Вопрос, да. Я вам скажу, что суд, он очень нужен, потому что суда хватает, видите, лет на 80, да, вот такого показательного суда, который был в Нюрнберге. В общем-то, такая человеческая память эти кадры хроники видит и, в общем-то, понимает, чем может закончиться, правда? Поэтому лет на 80, в общем-то, на столетие хватает. Вот, как это будет с Путиным, непонятно. Конечно же, очень хочется задать вам вопросы еще и по поводу, вот вы оговорились про дочерей, да, как... Несмотря на то, что всякое может быть, но он все-таки выстраивает что-то после себя, какую-то власть, да. Очень хочется узнать, что он выстраивает, да, и что, и вообще, если вдруг все пойдет не так, как он думает, да, то есть ли кому прийти во власть? Ну, условно говоря, после Ельцина было кому прийти. Это был Путин, его Ельцин, да, выколупал из Питера. Вот. А вот сейчас есть ли? Ну и кроме всего прочего, Владимир, я не знаю, читали ли вы Фельштинского, который, в общем-то, написал огромную книгу по поводу того, как менялась власть и кто стоял. Вот. И, как оказалось, красной нитью всегда стоят, в общем-то, то же самое ФСБ, только если в начале 18-м это было ФСБ Дзержинского, да, то после Ельцина это, ну, были тоже люди из ФСБ, которые стояли за Ельциным, да, и, в общем-то, и потом за Путиным. И, в общем-то, ну, фактически Россия – это ФСБ, меняются только лица, да. Вот. Единственным исключением, кстати, говорят, была вот эта эпоха Брежнева, который недолюбливал людей из силовых органов и, в общем-то, старался сделать такое партийное правление, а не силовое. Хочу закончить, Владимир, вопросом по поводу фильтрационных лагерей.
Потому что, ну вот для нас, например, я на самом деле столкнулась настолько близко, что такое фильтрационный лагерь, когда туда попала журналист нашего телеканала 1+1, которая выезжала из южных областей, вот, и она там провела несколько дней. И для меня это было какое-то откровение, потому что, честно говоря, я думала, что ну, фильтрационный лагерь – это то, что позволяет Я почему-то даже название не ассоциировала. Мне казалось, что это ну, как какое-то такое место, где людям дают возможность там, переночевать, да, проверить документы и идут дальше. А оказывается, все намного глубже и ужаснее, чем я могла себе представить. Вы знаете об этом еще больше. Что такое фильтрационные лагеря для украинцев сейчас на оккупированных территориях, если можно? Про оккупированные территории у нас на самом деле не так много информации. Мы знаем, что это внешнее управление, конечно же, это ФСБ. Целый ряд генералов и полковников ФСБ находится на территории ЛДНР, и часть из них базируется вот в штабе, где находится якобы там глава, так называемый ДНР Пушилин и так далее. Есть даже у нас фотография от одного из источников. Там внутри ФСБ, во внутренних чатах распространялись фотографии, вот эти вот, их туда отправили группу полковников, подполковников, и они по недомыслию начали там рассылать фотографии, вот смотрите, какое у нас ответственное госзадание, мы там входим, мы там вот в кабинете главы ЛДНР, он под нами и так далее. Конечно, все это ушло, утекло, у нас есть ряд фотографий, мы понимаем, кто из сотрудников центрального аппарата ФСБ как минимум в этом замешан, поэтому то, что там происходит в целом на территории, на оккупированных территориях, все происходит под контролем Кремля и ФСБ. Ничего там не происходит независимо, нет никакой независимости. Вот. Поэтому, что касается этих концлагерей, то там действительно сейчас произошла фильтрация, и тех, кто представляет интерес для якобы вот этого международного трибунала, с чего мы и начинали, их этапируют на территорию России в следственные изоляторы поблизости к Москве, в доступности, чтобы московским следователям было удобнее на допросы к ним ездить. И дальше формируется эта доказательная база. Вот. Что они делают? Самое главное – подавление воли и унижение. Муштра, подавление воли, унижение с угрозой применения пыток, либо с применением пыток. Но задача их одна. Вот то, что вчера в телеграм-каналах ФСБшных в Москве было опубликовано, это вот несколько командиров различных подразделений батальона АЗОВ, их показали вот в каких-то домашних трико в грязных, в каких-то грязных майках, в стоптанных ботинках, помятые, бледные, и вот в руках у них какие-то там совки, какие-то там метлы и так далее, и вот какой-то вот пренебрежительный комментарий к этому были приписаны для того, чтобы ну, вот показать, что вот смотрите, украинцы, видите, вот ваши там ваши национальные герои, а они у нас здесь вот там подметают полы и так далее. То есть, ну, все это направлено на деморализацию, на унижение. И еще раз подчеркну, большая часть действий, конечно, она согласуется и курируется ФСБшниками. И поэтому то, что там сейчас с британцами и с марокканцем происходит, это все такие игры Кремля с Западом, с попыткой легитимизации вот этой вот временной администрации для того, чтобы их начал мир признавать как минимум через вот эти вот обжалования псевдоприговоров, вот этих вот фейковых их судов. В целом, насколько я понимаю, ситуация именно с точки зрения соблюдения прав человека, она ужасна. Вот. Она катастрофична. Если люди на территории России до последнего имели хотя бы какую-то минимальную возможность подавать какие-то жалобы там в ЕСПЧ, встречи с адвокатами и так далее, то на территории вот этих вот ЛДНР в последнее время, так называемых, да, оккупированных территорий, там абсолютное бесправие, беззаконие. Люди, которые оказывались в тюрьме изоляции, в пыточной и в других вот их тюрьмах за стенках, ну, что в неправовом, в незаконном образовании их содержат, то есть это люди, которые подвергаются похищениям, подвергаются насилию, подвергаются пыткам, и у них нет даже какой-то минимальной возможности что-то там обжаловать, куда-то там обращаться, потому что, ну, нету власти на этой территории, кроме вот этой вот каких-то квази, вот этого квази-государства. Поэтому это страшно. И я считаю, что отдельным пунктом международного расследования обвинения
должно быть именно вот непосредственно создание вот этого квазигосударства с имитацией судов и с подвержением тысяч людей содержанию без судебных решений в застенках. То есть это самые настоящие такие военные. Чья идея? Чья идея? Конечно, там можно говорить, что только Путин, но Путин это, знаете, это, я бы сказал так. Образ собирательный уже. Это коллективный Путин. В коллективного Путина мы включаем все руководство ФСБ, службы внешней разведки, администрации президента, ФСИН и вот тех, кто принимает решения ключевых персонажей. Это как минимум. Вот. Это не просто один человек, потому что... Да. Не могу не задать вам вопрос. Очень много вывезено было деток. И там есть те, которые выезжали с родителями, есть те, которых просто разрывали, да, с родителями, и нет связи до сих пор. Но есть еще и детдомовские, интернатовские дети, которые были украдены с территории Украины. Скажите, а вот такие организации, как у вас, может быть, которые еще остались работать там, там Красный Крест какой-то, там, или, может, какие-то организации, хоть кто-то у вас в России, есть надежда на то, что там ведется какой-то, как это называется, облики аудит этих детей, потому что, я как мама ребенка, я сразу думаю о плохом, потому что если люди принимают ванну из там жидкости каких-то оленьих рогов, да, там и валяются в крови каких-то там оленей, то, что им стоит, если им расскажут, что там кровь младенцев целительная для больного Путина, там, или для больного еще кого-нибудь там в Кремле, или там этих детей просто распотрошат на органы. Но мы же понимаем, мы взрослые люди, что это может быть, и одним словом, какая судьба этих детей, как ее можно проследить там в России? Или, может быть, надо обращаться к населению, к россиянам и говорить, что если вы видите таких деток, у тех, кто называется, кто хотя бы против войны, да, чтобы как-то помогали, смотрели, там, следили за тем, что происходит за забором каких-то учреждений, если они рядом с вами. Наверное, самый сложный для меня вопрос, самый болезненный, конечно, потому что дети, про это очень тяжело говорить так в спокойном тоне. Первое, с точки зрения вашего первого вопроса, есть ли какие-то организации? Практически все гражданское общество в России разгромлено за последние 10 лет. Независимых от силовиков сильных общественных организаций в России не осталось. Пример ГУЛАГу нет, очевидные и показательные. Мы с 2015 года действуем из Франции. Внутри России таких, как мы, сажают либо убивают. Поэтому говорить про независимых нет. Квази какие-то там, так называемые НГО, они были до последнего. Были такие фонды, как, например, у Чулпан Хаматовой, да, которая пыталась выстраивать некий консенсус с Путиным, поддерживая его в обмен на финансирование каких-то благих целей. Даже она уехала из России. То есть мне неизвестно ни об одной организации, которая бы могла там помочь. Действительно, не выполняя функции агента власти и влияния. Что касается того, что с ними происходит, источники сообщают в целом, конечно, всей ситуации мы не видим в режиме онлайн, не наблюдаем, но то, что нам удается узнать, задача поставлена следующая, насколько нам известно. Максимально их погрузить в пропутинскую пропаганду, то есть из вариантов кнута и пряника пробовать пряник и к самым подросткам нерадивым уже дальше применять кнут в изоляции, вне досягаемости от тех, кто пока в режиме условно пряника. То есть идет абсолютная промывка мозгов, пропаганда с тем, чтобы им в том числе показывать, смотрите, какой там был режим, то есть все, что мы сделали для вас, это для вашего блага, а не трагедия. И сейчас еще немного, и мы сейчас всю Украину освободим, и все будет хорошо, и так далее, и так далее. Это трагедия, это то, что сейчас делают, и неизвестно, будут ли детская психика, детская психология. Конечно, это очень сложно, еще раз, комментировать то, что делают. Жизни этих детей что-то угрожает?
Но информация по поводу того, чтобы там кто-то что-то там, ну, там хотел убивать детей, нет, такой информации у нас нет. То есть как бы там рисовать картины, что их там будут как-то какие-то совершаться ритуальные изнасилования, убийства, нет, с ними этого не происходит. Но психологически, конечно, их стараются помещать в ту систему, которая формирует именно вот это пропутинское, про... Володя, а зачем России лишние рты, расскажите? Зачем они их вывезли? Большой вопрос. Большой вопрос. Я думаю, что как раз вот им нужно формировать какие-то определенные картинки. Спасибо. Ну, спасибо, условно, что они хотят получить какую-то картинку из какой-то части выведенных. Спасибо нам за наше счастливое детство. Нам было страшно жить с бандеровцами и нацистами, но теперь-то вот мы узнали, что такое там трехразовое питание, там чистые матрасы и так далее. То есть, ну, к сожалению, вот это на уровне противопоставления. То есть понять полноту вот этой бесовщины и дьявольского плана, который сейчас они реализуют в Москве, мы до сих пор как бы не можем понять, что вот этот условный там злой гений, вот это сборище подонков творит и делает. Я не могу понять. Суть в том, что чистые матрасы были назад, а русские солдаты пришли и насрали, понимаете, на эти матрасы. Никто в этом не сомневается. Слушайте, никто из нормальных людей, мне кажется, в этом не сомневается, и это даже не нужно обсуждать, мне кажется. Это трагедия большая. Это, знаете, я вот думаю, что время от времени об этом, я из тех, кто думает, что время от времени об этом надо вспоминать, вот так, как показывает Нюрнберг и как показывать виселицы на Крещатике. Помните, когда на Крещатике вешали фашистов? Вот мне кажется, что время от времени это надо показывать. И не только 8 мая в день памяти и жалобы. Вот. А так, знаете, несколько раз в год, чтобы люди понимали, в общем-то, что было, к чему может прийти вот такая упоротость, да, и чтобы не просмотрели коллективных Путиных. Мне так кажется, потому что как из этого выбираться сейчас? У нас, знаете, я вот вам с вами поделюсь, неоднозначное отношение к россиянам, очень неоднозначное. И люди сейчас в том состоянии, когда, ну, хочется рвать и метать на самом деле. И там неважно, какой русский стоит, знаете, там русский бурят или россиянин, как вот вы, да, уехавший и который, в общем-то, борется, конечно, за права. Вот, поэтому как вылезать из этого дерьма, вот, всем нам, это, я даже не знаю, знаете, надо, вероятно, это делать каким-то коллективным разумом, да, и как-то, но об этом надо думать постоянно, несмотря на то, что сейчас война кровопролитнейшая, конечно, идет, но надо думать уже, что будет после этой войны, вот, но дерьмо разлилось, в общем-то, широко, вот, и тяжело будет. Судя по тому, что я думаю, это будет просто, к сожалению, еще, скорее всего, я хочу ошибиться, очень сильно хочу ошибиться, но то, что я вижу, это будет нарастать. И то, что сейчас людям кажется серединой или почти концом конфликта, есть большой риск. Вот если сейчас дальше все это будет так, с такими мягкими реакциями всего этого, вполне возможно, что это все будет еще гораздо более глобально. Вот. Не дай бог, что мы заканчиваем на этой такой ужасной ноте, конечно же. Спасибо вам большое, Володя, за этот разговор. Я все-таки хочу взять с вас обещание, если вдруг вы закончите дальше свою работу над вашими этими секретными объектами. Я, кстати, очень удивилась, что вам почта DHL даже присылает. Вы показывали когда-то посылку, если, да? Я увидела там случайно DHL. Да, вот она, да. Я на памяти ее сохранил, потому что у нее историческое значение у этой посылки. А, вот она, да. Да-да-да, вы ее показывали. Да. Вот, для меня очень удивительно было. Я думала, что есть какие-то более современные каналы связи, а оказывается вот так вот просто как по старинке. Вот, ну, если вдруг у вас... через облака, это оставляет больше следов в интернете, нежели физическое перемещение в коробке. Да, может быть. Что скачивание файлов, это все... очень легко отслеживается, и
раскрывается. Ну, одним словом, будем обращаться к вам, да, если у вас будет какая-то информация, чтобы вы делились с нами тоже. Потому что, что называется, в одной лодке из дерьма плывем. Это правда, и мне тоже, мне очень хочется всем вашим уважаемым подписчикам и зрителям, и вам в том числе, конечно, всем украинцам пожелать мирного неба над головой, скорейшего окончания этого кошмара на вашей родной земле, и пожелать всего самого доброго. Вот, это вот то, что очень хочется пожелать, и поверьте, огромное количество людей по всему миру, в том числе и русскоязычных, как умеет, прилагает к этому усилия и молится. И помимо, знаете, как есть, я человек верующий, но есть слово верить, а есть слово делать. Вот очень важно, чтобы каждый из нас, помимо веры и надежды, мы каждый на своем месте делали и прилагали все усилия, максимальные усилия для того, чтобы этот ад на земле, он прекратился и потом больше никогда в жизни не повторялся. Поэтому верить, да, и делать, было это и мирного неба над головой вам. Спасибо, Володя. Спасибо. Владимир Осечкин, правозащитник российский, сейчас живет в Париже и, собственно, там и, в общем-то, и работает. Дякую вам, дякую. Ну і нашим глядачам я нагадаю, що дуже важливо ставити дзвіночки для того, щоб нове відео у вас з'являлося. Вподобайки, я буду вам дуже вдячна. І підписуйтеся на наш канал, нас же 250 тисяч, здається, ми такими чималими кроками. Ну, окрім того, інтерв'ю, які я веду зі своїми гостями, вони дуже часто з'являються в національному телемарафоні. І, зокрема, на телеканалі 1+1 можете частково подивитися їх і там. Дякую. Бережіть себе і Україну.